прошлом году я экспериментировал с размножением ежевики отводками. Вот видите, сегодня 28 мая, и мои отводки, в общем-то, себя довольно неплохо уже чувствуют. Вот уже дали побеги, те даже, которые не укоренились нормально, ну или вернее на самом черенке ничего не вышло, а из земли корневая система уже сформировалась, и они пошли. Вот это вот у меня неудачный, один, единственный, его обломили еще по осени случайно, но я надеюсь, что может быть он тоже оживет, потому что соседний, который тоже довольно чахлый и выглядит плохо, но у него вот они, от корня пошли маленькие листики. И вот все они в этом состоянии. Сейчас, конечно, еще тут все в траве, но вот можно увидеть, что отводки пошли. То есть метод работает, метод довольно эффективный и малозатратный. Тот, который не получился, я не буду вам показывать. Вот он, тот, который пока. Но еще неизвестно, может еще и получится. Вот, не буду показывать вам всю плантацию, но суммарно у меня их получилось 25 штук.